Итак, дорогие мои, приступаем к вязанию нашей скатерти. Скатерть называется ассорти. Я не буду менять название. Мне оно понравилось. Ну и ассорти — это вот микс разных узоров, поэтому, возможно, и названо так — ассорти. Для того, чтобы начать вязать, я первоначально вам буду показывать медленно, потому что я знаю, что очень много начинающих будет вязать эту скатерть. И мне уже неоднократно писали, что, увидев мои работы, увидев мои мастер-классы, начали впервые вязать со мной крючком. Поэтому для тех, кто никогда не вязал крючком, я сейчас медленно вам покажу, как мы будем начинать вязать. Как я делаю первую петлю? На пальчик располагаю вот так ниточку, оставляю побольше. Потом, если нам не нужно будет, мы это все обрежем. И, придерживая пальчиком с этой стороны и пальчиком с этой стороны, я завожу крючок слева направо, затем вот таким движением заворачиваю, опять придерживая пальчиком здесь, а здесь вот так вот обвиваю ниточку. Медленно показываю. Затем у основания нашей, как бы уже образовавшейся петелечки, эту ниточку я держу здесь. Эта ниточка у меня протянута вот так же, как она была. И здесь я беру уже большим пальцем у основания, завожу ниточку на крючок справа налево, затем протягиваю через образовавшуюся первоначально петелечку и подтягиваю эту ниточку. И у нас вот образовалась первая начальная петля. Затем, чтобы нам связать вторую петелечку, мы опять заводим крючок справа налево, вернее, на крючок ниточку справа налево и протягиваем в образовавшуюся петелечку ниточку. Затем вот таких, вот это у нас получилась петелечка, которая называется воздушная петля. Вот таких петелечек нам нужно провязать 15 штук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, я неправильно сказала вам, не 15, а 9 нужно провязать. Это 15 столбиков нужно провязать. Итак, исправить мы всегда можем, поэтому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 9. 9 воздушных петель у нас получилось. Что мы делаем дальше? После того, как мы провязали 9 воздушных петель, сейчас я ниточку вдену нормально, петелечку на место. Так, 8-9. Мы располагаем нашу цепочку вот таким образом. Возвращаемся крючочком в первую петлю. Заводим ее под крючочек, заводим под. Вот видите, у нас есть эта стеночка и эта стеночка, которая смотрит на нас, которая там внутри, мы на нее не обращаем пока внимания. Мы заводим крючочек вот под петелечку, затем вот так вот разворачиваем, и у нас на крючочке образовываются две стеночки. Мы протягиваем опять ниточку на крючок, располагаем, чтобы она у нас была справа налево, держим за ниточку, которая у нас здесь хвостик. И затем протягиваем петелечку. И, не снимая крючок, не освобождая, протягиваем его
через петелечку, которая у нас была на крючке. Вот таким образом мы соединили начало и конец нашей цепочки. Затем мы прокладываем нашу ниточку вдоль цепочки, делаем 1, 2, 3 воздушных петли и под нашу цепочку провязываем 15 столбиков с одним накидом. Значит, смотрите, 3 воздушных петли — это наши петли подъема. Они будут в дальнейшем считаться за столбик. Поэтому вот мы сделали 3 воздушных петли и считаем вот эти 3 воздушных петли, что это наш первый столбик. Дальше, опять же, ниточку справа налево накидываем на крючок, вступаем под, вступаем в нашу цепочку, да, образовавшееся колечко, ниточка располагается вдоль цепочки, делаем опять, накидываем справа налево и вытягиваем петелечку. Петелечка должна быть на уровне вот этих петель подъема. Эти петли подъема, они нам показывают, какой высоты должен быть у нас столбик. Затем еще раз делаем накид на крючок и протягиваем вначале через петелечку и накид, и затем протягиваем через 2 петли, которые у нас на крючке. Вот таким образом мы провязали первый столбик с одним накидом. Затем мы провязываем второй столбик. Я пока медленно буду показывать. Затем накид. Вступаем опять колечко. Вытягиваем петелечку на высоту нашего столбика. Затем через петельку и накид. И затем через 2 петелечки на крючке. Опять колечко. Петелечка с накидом провязывается, 2 петелечки на крючке провязываются. Вот таким образом, ну, нам нужно провязать 15 столбиков с одним накидом. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Итак, мы провязали. И теперь обязательно нужно посчитать, сколько столбиков мы провязали. Вот наши петли подъема, это наш первый столбик. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Вот в моем случае я провязала нужное количество столбиков. Дальше, вот где мы петли подъема провязывали, считаем 1, 2. И в третью петелечку, обратите внимание, опять я за 2 петелечки, за 2 стеночки подхватываю, провязываю одну петелечку и ее же протягиваю через ту петельку, которая у меня на крючке. Это мы связали соединительную петлю. Вот манипуляция, которую мы сделали, то есть я еще раз покажу. Вот мы нашли 1, 2, 3, в третью петлю подъема вступили, вытянули петелечку. Вот эта петелечка будет называться соединительной. И далее мы протягиваем через еще одну петелечку. Вот мы соединили переднюю, первый столбик и последний. Кольцо наше замкнулось. Дальше вновь 1, 2, 3. И дальше мы опять столбик с одним накидом. Нет, мы еще провязываем 2 воздушных петли. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 воздушных петель провязали. Затем делаем накид на крючок. Находим вершинку нашего столбика. Вот наш первый столбик, и вот она вершинка. Вот эти 2 петелечки – это вершинки. Опять подхватываем за 2 вершиночки вот эти, 2 петелечки, 2 стороны. Вот вытягиваем петлю,
но вытягиваем ее, вот эту петлю, на уровне вот наших двух петель воздушных. Третья петля у нас будет соединительная, а две воздушных петли, это у нас будет они между двумя столбиками. Поэтому вот так не очень большую петелечку вытягиваем, так на уровне двух воздушных петель. Провязываем первый столбик, дальше 1, 2, 2 воздушных петли. Смотрим, находим вершинку, следующую, вступаем, вытягиваем петлю опять на уровне столбика, провязываем одну петлю, затем соединяемся. 1, 2, вновь находим вершинку нашу, вступаем, провязываем. 1, 2. Вот таким образом вам нужно будет довязать до конца ряда. То есть столбик, 2 воздушных петли и вновь столбик, вершинку предыдущего ряда. Провяжите самостоятельно до конца ряда. Итак, вот я провязала до конца ряда, и нам нужно опять проверить наши столбики. Вот 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. У меня все правильно. Вы тоже проверьте, потому что можно пропустить, вот, допустим, в этом месте или лишнее связать. Поэтому проверьте себя пока. Вот нужно обязательно проверять себя. Дальше 2 воздушных петли. Находим третью петлю подъема. Вот она в нашем случае. Заводим крючочек, вытягиваем петелечку. И протягиваем через петелечку, которая на крючке. И вновь соединились. Вот у нас получается, это мы провязали второй ряд. Далее мы вновь делаем 1, 2, 3, 4 теперь сделали петли подъема. На крючочек накидываем один накид. Затем еще раз накинули. Мы сейчас будем вязать столбик с двумя накидами. Вступаем под нашу цепочку из двух воздушных петель, то есть заводим крючочек под цепочку, вытаскиваем небольшую петелечку и провязываем петелечку и накид вот одной петлей. Дальше у нас на крючке опять петелечка и накид. Мы их вновь провязываем. И затем оставшиеся две петли, которые у нас находятся на крючке, провязываем одной петлей. Вот мы провязали. Ой, нет, мы пока их не провязываем. Теперь мы еще провязываем один столбик с двумя накидами. Опять на крючок два накида делаем. Затем вступаем по цепочку, вытягиваем петелечку. Провязываем в начале 2 петелечку и столбик, вернее и накид. Что ж такое, не хочет фокусироваться. Далее петелечку и накид мы еще раз провязываем. А вот теперь у нас на крючке 3 петелечки, мы провязываем их одновременно. Вот у нас получилась такая комбинация из 3 столбиков. Дальше мы делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Опять на крючок 2 накида. Вступаем под цепочку из 2 воздушных петель. Провязываем вначале петелечку с одним накидом. Петелечку со вторым накидом. Дальше не провязываем, остается у нас все на крючке. Делаем второй такой же столбик, то есть 2 накида на крючок. Вступаем под цепочку, провязываем первый раз, второй раз и оставляем все на крючке. И третий раз делаем 2 накида на крючок, вступаем сюда же под эту цепочку, провязываем петелечку с накидом раз,
петелечку с накидом 2. Теперь у нас 4 петелечки на крючке, и мы провязываем их за раз. Далее 2 воздушных петли, 3 воздушных петли у нас находятся между столбиками, и вновь делаем 2 навива на крючок, вступаем под цепочку из 2 воздушных петель и провязываем вначале один раз, затем второй раз. И не провязывая, оставляем 2 петелечки на крючке. Затем вяжем еще один такой же столбик. И не довязываем. И третий столбик сюда же под эту же цепочку. И теперь 4 петелечки провязываем за раз. 3 воздушных петли. Теперь уже буду показывать побыстрее. 1, 2, 3. И провязываем за раз. И вот так вам нужно провязать под каждую цепочку. Всего у нас должно получиться 15 вот таких столбиков, которые мы сделали общую вершинку. Вяжем до конца ряда. Итак, я вот провязала 3 столбика под последнюю цепочку, сделала 3 воздушных петли, и теперь вот у нас то место, где мы соединяли наши петелечки, вступаем также в 3 петелечки крючочком, вытягиваем петлю и соединяемся с петлей, которая у нас на крючке. Таким образом мы замкнули очередной ряд. Теперь для того, чтобы нам продолжить вязать, нам нужно развернуть наше изделие и вот наша первая воздушная петля, мы вступаем, вытягиваем петелечку и протягиваем через ту, которая у нас на крючке. Дальше мы проделаем в следующую петелечку аналогично тому, что мы сделали здесь. Затем разворачиваем наше изделие и провязываем 1, 2, 3, 4 воздушных петли. Затем опять на крючочек делаем 2 навива, вступаем под наши воздушные петли, провязываем вначале петлю с одним накидом, затем с другим, и затем провязываем все вместе 2 воздушных петли. Опять 2 навива на крючок, вступаем сюда же, провязываем вначале одну петелечку с накидом, затем вторую, и оставляем все это у нас на крючочке, то есть 2 петелечки остаются на крючке. Далее опять 2 навива. Вступаем сюда же, провязываем еще один столбик, и теперь 3 петелечки провязываем те, которые у нас на крючке. Далее 2 воздушных петли, делаем 2 навива, и теперь вступаем под следующую цепочку, провязываем 2, первый раз и второй раз провязали, и оставляем на крючке. Дальше вновь делаем 2 навива, провязываем еще один столбик. И теперь 3 петелечки провязываем вместе. 2 воздушных петли. Еще 2 столбика под цепочку с 2 накидами с общей вершинкой.
Вот когда провязываются вот так вот 3 петелечки, это значит мы делаем общую вершинку. Вот что у вас должно получаться. Я еще раз вам покажу, и дальше вы самостоятельно провяжете 2 воздушные петли. Дальше под следующую цепочку 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой. То есть вот 3 петелечки, делаем общую вершинку. 2 воздушных петли и вновь 2 столбика с 2 накидами сюда же под нашу цепочку из трех воздушных петель, те, которые у нас были связаны в предыдущем ряду. Вот. Теперь вот таким образом вы опять должны провязать до конца ряда. Вяжем самостоятельно. Итак, я довязала до конца ряда. Вы, надеюсь, тоже вместе со мной довязали. И дальше будьте внимательны. Смотрите, как мы соединяемся. Воздушная петля. Делаем накид на крючок. Вот под наши 2 петелечки вводим крючочек. Вытягиваем петелечку, сильную петлю, ну, сильно большую петлю не вытягиваем. И делаем столбик с одним накидом. И таким образом мы оказались посередине нашей цепочки. Ну, я сейчас еще немножко перевяжу, сделаю поменьше, потому что у меня цепочка большая получилась. Нужно вытянуть так, чтобы у нас примерно была цепочка как вот здесь. Вот, дальше мы делаем 1, 2, 2 воздушных петли, дальше 1, 2, 3, 4 воздушных петли, делаем столбик с одним накидом, вступаем под цепочку, провязываем столбик с одним накидом, далее 1, 2, 3, 4. То же самое проделываем под следующую цепочку. И таким образом, чередуя 4 воздушных петли и столбик с одним накидом, которым мы соединяемся под цепочку, мы провязываем до конца ряда. Вот, я довязала до конца ряда, и здесь мы делаем 2 воздушных петли и во вторую петлю подъема 1, 2, провязываем опять столбик с одним накидом, чтобы нам оказаться опять на серединочке. И следующий столбик, ряд ничем не отличается от предыдущего, то есть 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь мы провязываем под каждую цепочку столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Следующая цепочка. 1, 2, 3, 4. Столбиком соединяемся под следующий. И таким образом вяжем до конца ряда. Так, очередной ряд довязан. Соединяемся аналогично тому, как мы соединялись. 2 воздушных петли. Находим вторую петлю подъема. Вступаем, провязываем небольшой столбик с одним накидом. И мы вновь оказались посередине нашей цепочки. Далее у нас повторяющий ряд. Мы уже так вязали 4 воздушных петли, столбик с 2 накидами. Далее 2 воздушных петли под следующую цепочку, столбик с 2 накидами. Не довязываем. Еще один столбик с 2 накидами. Теперь делаем общую вершинку. 1, 2. И опять сюда же провязываем столбик с 2 накидами. Рядом второй.
не довязываем и делаем им общую вершинку. Вновь 2 воздушных петли. Столбик с 2 накидами под следующую цепочку. Не довязываем. Еще один. И теперь общая вершинка. 2 воздушных петли. Еще один столбик под эту же цепочку. Не довязываем. Следующий рядом. Не довязываем. Теперь 3 петли вместе. Вот что у нас должно получаться. И таким образом мы провязываем до конца ряда. Мы так уже вязали вот в этом месте. До конца ряда довязали. Опять воздушная петля. Вновь находим наши 2 петелечки. Вот в этом месте. Провязываем наш маленький столбик с одним накидом. И дальше мы делаем 1, 2, 3, 4 воздушных петли. Далее 1, 2, 3. Делаем 2 накида на крючок. Пропускаем 1 цепочку, вступаем во вторую и провязываем столбик с 2 накидами. Далее 1, 2, 3, опять 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами под соседнюю цепочку. Вот так. Дальше 1, 2, 3. Под следующую цепочку провязываем тоже столбик с 2 накидами. Далее 1, 2, 3. Еще один столбик. Таких столбиков у нас должно быть 5. Вот я 4 провязала. Сейчас провяжу 5. Пятый провязала. Теперь 1, 2, 3. Пропускаем 1 цепочку и вяжем под следующий столбик с 2 накидами. 3 воздушных петли. Теперь под следующий. Тоже столбик с 2 накидами. 3 воздушных петли. И опять мы должны провязать 5 столбиков с 2 накидами. Затем пропускаем опять 1 цепочку. И опять провязываем 5 столбиков с 2 накидами. И 3 воздушных петли между ними. И так мы вяжем до конца ряда. Итак, я провязала под последнюю цепочку столбик с 2 накидами, сделала 1 воздушную петлю и теперь 1, 2, 3, 4 петелечку подъема мы соединяемся. Опять у меня что-то не хочет резкость. Вот таким образом. Так. Теперь нам нужно провязать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь внимание. Столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. Не с 2, а с одним. Под цепочку, под первую. Дальше. 1 воздушная петля. Смотрим внимательно. Вот, провязала 1 воздушную петлю. Затем я вот так вот пальчиком в основании следующей петелечки придавливаю. И дальше 1, 2, 3. Вы затем поймете, для чего это я сделала. Теперь вот
в ту петелечку, основание которой я придавила, завожу крючочек, подцепляю под две стороны нашу петелечку, протягивая петлю, теперь отпускаю и протягиваю через петлю, которая находится на крючке. И у нас получилась вот такая шишечка, которая называется пико. Далее я провязываю одну воздушную петлю. Опять столбик с одним накидом под следующую петлю, под следующую цепочку. Вот. Дальше. 1, 2, 3. 3 воздушных петли. Столбик с одним накидом под следующую цепочку. Воздушная петля. Опять придавливаю основание следующей. 1, 2, 3. Затем ввожу опять у меня две стеночки. Вытягиваю одну петелечку и протягиваю через петельку на крючке. Столбик с одним, воздушная петля и столбиком с одним накидом соединяемся под следующую цепочку. Вы, конечно, можете связать по-другому. Сейчас я вам еще раз покажу, как можно связать по-другому. Сейчас делаем 3 воздушных петли. Соединяемся под следующую цепочку. Воздушная петля, можно не держать и провязать еще 3 воздушных петли. Затем отсчитать от крючка 1, 2, 3 и в третью петелечку войти, третью от крючка. И таким же образом провязать наше пико. Как вам удобнее, так вы и вяжите. Потому что каждый же под себя делает. Почему я таким образом делаю, придавливаю? Я не считаю тогда те петли, которые от крючка у меня идут. То есть в дальнейшем я вяжу вот просто 1, 2, 3. И я вот сейчас вам покажу в убыстренном виде, что я вот раз и 3 сразу провязала и сюда вступила, не отсчитывая. Я уже знаю, что у меня здесь как бы третья петля моего пико. Пико еще делает из 5 петель, но в данном случае из 3 петель. Вот такое чередование у вас должно получиться. Ой, красиво у нас получается. Вяжите до конца ряда. Итак, довязали до конца ряда. Вот у нас какая уже получается. Если вы правильно вязали, у вас должно все сойтись. То есть здесь вот пико, и мы в этом случае соединились во вторую петлю, в третью петлю подъема. Дальше. Нет, мы во вторую петлю подъема соединились. Сейчас мы делаем воздушную петлю и соединяемся под цепочку, которая ближе к нам. И мы опять оказались в середине нашей цепочки. Дальше 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида на крючок и провязываем под эту же цепочку столбик с 2 накидами. Дальше 1, 2, 3. Вновь провязываем под эту же цепочку столбик с 2 накидами. И рядом провязываем еще один. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Пропускаем вот там, где наше пико, и под следующей цепочкой провязываем 2 столбика с 2 накидами. Три воздушных петли
И 2 столбика с двумя накидами. 1 и 2. Вот что у нас получается. Дальше мы вновь делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую цепочку, вот не там, где наше пико, а где наши 3 воздушные петли, вновь провязываем столбик, 2 столбика с двумя накидами, 3 воздушных петли, 2 столбика с двумя накидами. Один, два, один, два, три, один, да, провязали, и второй рядом. И дальше вновь 5 воздушных петель. Таким образом нам нужно провязать до конца ряда. Провязываем самостоятельно. Итак, довязали до конца ряда. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. В четвертую петлю подъема соединяемся. Извиняюсь, крючком зацепляю за штатив. Вот что у нас уже получается. Мне нравится результат. Надеюсь, вам тоже. Продолжим. Вновь соединительной петлей. Вот мы уже знаем, что такое соединительная петля. Мы переходим под нашу цепочку и дальше 1 2 3 4 столбик с двумя накидами. Надо поправить, слишком низко. И 3 воздушных петли. И далее 5 2 столбика. Столбики у нас с двумя накидами, не забываем. Далее у нас опять 5 воздушных. Нет, уже здесь у нас 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 5, 6 воздушных петель. Здесь у нас было 5, здесь 6. И вновь 2 столбика с двумя накидами под цепочку. Три воздушных петли. 1, 2, 3. И еще 2 столбика под цепочку. И далее опять 6 воздушных петель. Под следующую цепочку вяжем аналогично. Таким образом нам нужно провязать до конца ряда. Итак, довязали. Вот я соединилась под последнюю арочку. Теперь мы опять провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяемся в четвертую петлю подъема. 1, 2, 3, 4. Соединительной петелечкой. Опять соединительными петлями мы пробираемся под цепочку. Один, два, три, 4 воздушных петли. Столбик с двумя накидами. 1, 2, 3. Еще один столбик с двумя накидами.
Далее 1, 2, 3, 4. И столбиком с одним накидом мы проделываем вот следующее. Сейчас я вам еще один раз покажу. Накид на крючок. У нас вот первый ряд с арочкой, второй. Мы, вот у нас воздушная цепочка, если вы помните, здесь у нас 5 воздушных петель, здесь 6. Мы вступаем крючочком под нижнюю цепочку и вытягиваем петелечку, соединяясь столбиком с одним накидом. Вот что у нас должно получиться. Далее. Вновь 1, 2, 3, 4. И теперь мы вяжем под следующую цепочку столбики с двумя накидами. Вначале 2. Затем 3 воздушных петли и еще 2. Далее 1, 2, 3, 4. Проделываем то же самое. То есть мы вступаем под цепочку из 5 воздушных петель. Столбик с одним накидом. Далее 1, 2, 3, 4. И далее опять под цепочку провязываем 2 столбика с двумя накидами. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И еще 2 столбика с двумя накидами. Вот таким образом вам нужно будет провязать до конца ряда. Вот у нас как здесь как жучочек получается. Вяжем до конца ряда. Продолжаем вязать нашу салфетку. Вот что у вас должно получаться. И завершаем. Столбик 1, 2, 3 в четвертую петлю. Вернее, мы завершаем не столбик, а ряд. Соединительной петлей соединяемся. Опять мы переходим с соединительными петлями под нашу цепочку. 1, 2, 3, 4. Вновь столбик с двумя накидами. Один, два, три. Еще 2 столбика. Продолжаем вязать с двумя накидами столбики здесь. Далее у нас идет 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вновь под следующую цепочку соединяемся. Провязываем первый столбик с двумя накидами. Затем второй. 1, 2, 3. И третий.
вы поняли, 3 воздушных петли, затем третий столбик и четвертый, то есть еще 2 столбика с двумя накидами. Далее опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Вновь 2 столбика с двумя накидами под следующую цепочку. Затем 3 воздушных петли. И вновь 2 столбика с двумя накидами. И таким образом мы провязываем этот ряд и следующий ряд. То есть, когда вы довяжете ряд, соединитесь опять в четвертую петлю подъема. Затем соединительными столбиками перейдете под нашу цепочку и также само продолжите вязать аналогично тому, как мы провязали этот ряд один в один. Вот. А следующий ряд вы провяжете тоже самостоятельно и вместо 5 петель будете провязывать 6 петель. То есть смысла нет повторять эти ряды, они очень простые. Я еще раз повторюсь. Здесь у вас будет 5 петель в следующем ряду, а уже в следующем 6. Поэтому эти 3 ряда вяжите самостоятельно. Итак, я провязала 3 ряда, о которых мы с вами говорили. То есть 2 ряда, когда между нашими веерочками по 5 воздушных петель. Один ряд, когда 6 воздушных петель. Далее следующий ряд у нас начинается аналогично предыдущему. И уже у нас между веерочками 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вновь веерочек, то есть 2 столбика. Двумя накидами, 3 воздушных петли, 2 столбика с двумя накидами. Этот ряд вы должны до конца провязать вот таким образом, то есть веерочки, между ними 7 воздушных петель. Следующий ряд у нас один в один такой же, как этот. Поэтому дальше вы 2 ряда провяжете тоже самостоятельно. То есть вяжите этот ряд, когда 7 веерочков, 7 воздушных петель между веерочками. И следующий будет один в один, то есть веерочек, 7 воздушных петель, веерочек. И встретимся после того, как мы провяжем эти 2 ряда. Я провязала нужное количество рядов. Уже не помещается, чтобы показать. Ну, вот у нас провязано 5 воздушных петель. 5, 6, 7 и 7. Далее мы будем вязать так, как мы уже с вами вязали. А именно, точно так же соединительными петлями мы проходим по цепочку. Один, два, три, четыре. Столбик с двумя накидами. Один, два, три. И еще 2 столбика с двумя накидами. Ну, то есть мы вяжем наш веерочек. Вот. Далее делаем 4 воздушных петли. И как мы уже с вами вязали, делаем накид на крючок, вступаем не под цепочку, которая у нас ближе, а вот которая дальше, цепочка из 7 воздушных петель. То есть мы эти 2 цепочки из 7 воздушных петель
столбиком из с одним накидом провязываем. Вот у нас аналогично провязано, только здесь воздушных петель было поменьше. Далее опять 1, 2, 3, 4 и пошел наш веерочек. 1, 2, 2 столбика с двумя накидами, 3 воздушных петли и еще 2 столбика с двумя накидами. Далее вновь 4 воздушных петли, накид на крючок, вступаем вот там, где мы провязали, это у нас получается предыдущий ряд. Две цепочки мы соединяем столбиков с одним накидом, 4 воздушных петли. И далее пошел веерочек вновь. Вот так у вас должно получаться. Вяжем до конца ряда. Итак, я довязала ряд. Я надеюсь, что вы тоже довязали. И следующий ряд особо не будет отличаться, так как мы будем вязать такой же веерочек. Проходим соединительными петлями под нашу цепочку, 4 воздушных петли, петли подъема, столбик с двумя накидами, 1, 2, 3 воздушных петли, далее вновь столбик с двумя накидами, 9 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вновь веерочек, 2 столбика с одним накидом, с двумя накидами, 2 столбика с двумя накидами, оговорилась, с одним. Сейчас у нас веерочки все идут с двумя накидами. Три воздушных петли и два столбика с двумя накидами. Вот. Таким образом вам нужно провязать до конца ряда. Сейчас я вот так покажу вам, чтобы вы уже видели, что должно у вас получиться. Вяжем до конца ряда. Ну вот, мы закончили очередной ряд. И эта часть, первая часть по вязанию скатерти ассорти, будет закончено. Мы с вами встретимся во второй части и продолжим вязать нашу красивейшую скатерть. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, делитесь со своими друзьями, чтобы они тоже смогли увидеть это видео и возможно связать с нами такую же скатерть. До новых встреч, до новых видео. А с вами была Ирина.